Знаю, это звучит ужасно, но ты задумывался о том, что будет, если вас с женой разлучит что-то серьезное? Смерть. Ее смерть. Довольно часто задумывался. Не страшная мучительная смерть, а тихий отход в мир иной. Конечно, тихий, это же мать моих детей. А потом шикарная новая жена. Черт, мне не терпится с ней познакомиться. Надеюсь, она будет меня любить больше нынешней. Это брак. Ты уже четвертый раз за день закрываешься в туалете. Ты инстинктивно пытаешься сбежать. Инстинкт — это бежать на толчок, когда приперло. А почему не пахнет? Потому что я мятную постилку в очко запихал. Не жми, окей, я не уверен, что хочу сделать ход. Прекратите! Это семья. Это же муйня. Это гребаный трындец. Ты такая сука. А ты стала противная, когда из пиписьки кровь пошла. Разве музыкальная индустрия нынче не в законе? Это работа. Я ответственный человек. Я не могу тупить на хате, курить шмаль, смотреть порнуху и в три ночи гонять за бургерами. Вообще не в таком порядке все происходит. Это жизнь. Почему 38, а не 40? Потому что мама так хочет, и больше не вспоминай. Жизнь не должна представлять из себя каторгу. Их дочь назвала моего сына Томом Петти, в плохом смысле. Кто такой этот Том Петти? Да вы прекрасно знаете, кто. Кэтрин, держите себя в руках. Вот так ведет себя зажатый в угол крыса, но я вас сожру. Фильм Джада Апатова. Ты моргнуть не успеешь, как нам стукнет 90. Чего? Надо принять решение все изменить. Вольный сиквел фильма «Немножко беременна». Здорово, сынок. Ну давай отцу вызывать у тебя чувство вины. Я не могу продолжать одалживать тебе деньги. Мама хотела сделать аборт. Господи ты боже. Не принимайте 40-летие всерьез. Это твои собственные? Ну да, просто я молодая. Этой зимой. Зачем ты меня укусил? Не знаю, но ты так клево бесишься. Хорошо, что ты меня не убила. Но я хочу тебя убить. Как бы ты это сделала? Клала бы яд в кексы, которые ты ешь каждый день. И наслаждалась оставшимися месяцами совместной жизни. Это не только их история. Так живут все. Я люблю тебя, потому что ты боец. Хоть кто-то в семье должен быть мужиком. Я принес волшебную печеньку. Для тебя я готова на все. Слушайте, у вас в номере крысы. Вон, видели? Тебе 40. Вы не видели морскую звезду? Где моя морская звезда?